Ехали в больницу, спешили на процедуру. Я вез своего товарища. Мы опаздывали из-за погодных условий. И чтобы успеть, надо было ехать быстро. Ну что, вот, в оконцовке что и произошло. Вот. Вы откуда туда ехали? Из Кашина в Тверь. В шестую больницу вы ехали? Да. Вот. Да. Как так получилось, что вы попали в ДТП? Ну, поспешили. Пошли на обгон и не справились с управлением. Все. Вас занесло то есть, да? Да. На бровке. На разделительной полосе была такая, ну, на колее занесло. В колею попали. Угу. Вот так точнее. Вот. Дальше, вот как произошло? Дальше у вас получается машина ушла в кювет и прямо в канаву в эту подорожную. У нас закрутило, да. Ну что, произошло, все. Угу. Хлопок и вода потекла. Что случилось, когда попали в канаву? Как просто вы выбирались? Из машины? Да. Ну, начал биться в свое стекло. Смотрю, оно закрыто, дверь открыть невозможно. Там еще каким-то образом кнопка оказалась заблокирована. Там темно, ничего не видно. Я даже с открытыми глазами, конечно, был. Со страхом, чтобы найти выход. Но темно подо льдом. Ну, лед, все, вода. Ну, я потом в последний момент уже, ну, уже все, думаю, увидел, какая есть смерть. В последний момент вспомнил, с какой стороны вода затекала. И туда нырнул, там щель нашел. Ну, разбитого стекла. Щель оказалась, я вот эту щель проскочил. А второго пассажира как вы? Вы вылез или сам? Ну, я вылез, да, он уже был, ну, голова торчала уже наверху. А, то есть он раньше вас был? Да, он, а там заднее разбило заднее стекло, он через заднее стекло вылетел. Угу. Вот. Дальше какие ваши были действия? Ну, я залез на машину и начал кричать, чтобы тот держался. Потому что люди сразу начали бегать, сейчас бегать на кнопки нажимают. Угу. Я ему кричу, держись, сейчас спасут. И тут подъехала скорая помощь с какого-то района. Ну, там уже еще мужики остановились и нам выкинули трос. Угу. То есть скорая приезжала мимо просто? Да. Мы ее обгоняли даже по дороге. А вы с кем ехали? Со своим другом. С другом, да? С другом, да, и сосед мой, мы через стенку живем с ним. Угу. А еще кто у вас был в машине крестить? Мы остановились в Кушалино, и к нам мужчина подошел, кушалинский, и попросил довезти, и мы его взяли. Угу. Ну, подвезти просто. Вот. И он еще обрадовался, что мы едем в сторону Восточного моста, и вот куда-то туда надо было. Угу. Говорит, о, это хорошо. Получается, вот этот мужчина сейчас в реанимации, да? Да. 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 А ваш друг погиб? Да. Он да. Утонул или же, не знаете? Утонул, конечно. Ну, он, как следователь говорит, который рассматривал, воды нахлепался. А может, сердце отказало. Потому что я когда вылазил, я внимательно прислушался, движений никаких не было. Тишина была. Угу. То есть, ну, вода очень быстро в машину задиралась? Мгновенно.